Сломались, пацаны. За конкурс, ага. Можно оттащить на Россию обратно. А вы хоть знаете, куда вы едете? Нет. Куда? На Киев, блядь, уедете. Да. А где нам туда осяк вылезли? Ну, у вас пока все на нашей стороне. Ваши плен сдаются хорошо. Потому что тоже пацаны не знают, куда еду, не ехать, блядь. И я вот всю колонну пообсуждал таких, как вы, никто не в курсе вообще, кто куда едет.